Доброе утро, дорогие мои. Ну, сегодня мама недалеко выехала, но много взял. Взял сегодня штук 40 пескунов для побежки. Будем проверять. Но это, конечно, неправильно. Правильно выехать, выпустить пару, тройки или по одному, по две. Потом проехать метров 500. Потом опять выпускать. Ну, с таким количеством, сами понимаете, мне полдня придется их только выпускать. Поэтому нарушением попробуем. Здорово! С нарушением, но попробуем. Ветер. Друзья мои, кто общался, того я не вижу. Вот одного выпустил, я не вижу, куда он делся. Будем таких красивых выпускать. Видите, как шеечка. Хвостик какой. Ну, чудо. Пойдешь летать. Хлеб и пошел. Другого такого. Красавца тоже. Видите, какая шеечка. Мраморная. Так же мраморный хвостик. Ну, а ты? Пойдешь, сядешь или полетишь? Ну, ветер неплохой, ветер сейчас как раз против меня, то есть им надо в ту сторону летать, как против дома, но это вот чудо, любимый мой, давай, красава, иди, ты уже как взрослый. О, четвертый появился. Вот так избавляется от хлама. Не важно, сколько каких тоже. Вот такой чубатенький, тихо. Малышка. Хлеб-хлеб. Пошел. Тут уже дождик начал капать. Блин. Хотел анекдот рассказывать. Да, это тоже, походу, еще летать не умеет. Ельцин идет, говорит, с Березовским. И этот дождь достает зонтик, отдает Ельцину. Борис Николаевич говорит, возьмите. Он говорит, а как же вы, Борис Ефимович, без зонта? Я, говорит, между струйками. Ну, молодец, ускачивал, бросал. Я, говорит, между струйками. Вот теперь между дождем пытаемся выпускать. Очередного по красавчика. Ну, пока что один сел, дурачок. И то покакал, потом сел. Ну, малый желтый. Не знаю, даже он летать умеет, не умеет. Не умеет еще, прошел, как умеет. Бросал. И те даже при таком ветре пытаются подниматься. О, этот бьет даже сезарчик. Красава, красава, красава. Ну, ты сам хочешь? Ну иди. Летать не умеет, уже на хвост падает. Ой, дурачина. Дорогие мои, ну тебе поперли уже. Младшевка поперла. Видите? Ну, по идее, мне надо ждать, чтобы эти ушли, потом других кидать. Но, как понимаете, дождик вот он там капает. Просить, и не факт, что очень быстро сейчас начнется, поэтому, ну, весь кайф погода ломает, но не мешает. Даже в такую, этот
вот сидит дурачок. Мешает даже такую погоду. Отпускает. Ну вот, видите, малыш вообще, ни пера, ничего нету. Он же хлеб пошел. Чубатенький тоже белокрылый. Это от дочки. Ой-ой-ой, еще и выход дает, блин. Да что ж ты будешь делать? Да что ж ты. Оп! Покакал еще. От страха, наверное. Он еще такие мраморные, видишь, как красавцы, красотули. Ой, какая красота. Намечено. Ну, а ты? Ты уже даже бьешь. Молодчина. 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 Ну, а ты? Это тоже вот кудулчик из этих же родителей. Он там, не помню, то ли на неделю, не на 10 старше, то ли младше кудулчика. По-моему, старше. Где ему поперли? Где ему поперли? Это тоже только красивый, красивый чиленок. Ну, да чуть постарше, по-моему. Да, он уже бьет, переворачивается. Да, дорогие мои, вон, видите, вон вышка, и вон голуби. Но если в ваших городах провода идут выше вышек, то я вас поздравляю. Ну вот они, провода, видите. Как Миша говорит, каждый видит то, что он хочет. Вот смотрите, как красивый, красивый чель. Цвета какие. Ну, хвостик поломал, по-моему. Ну, дурачина. Видите? Дурачина. Ой, переворачивается. Молодцы. Пока в мою сторону никто не пошел, по-моему, еще. Но ветер неплохой и как раз против меня. Тоже красивый челеночек. Даже как мраморный, видите, какой красивый. Оп! Чудо. Я маму. А, ну это соскочил уже, дурачок. Видите? Я его даже не крик. Я пока на паузу не поставил, дорогие мои. Как начал снимать, так и снимаю. Ну, тут, дай бог, чтобы еще и зарядка хватило, потому что зарядки не хватит. Но я с собой это не взял. Так, придется поэтому, наверное, побыстрее их выкидывать. Ну давай тоже. Ну как видите, все провода, все деревья облупили, голуби мои. Вот. Да, чтобы поняли высоту. Так, высота проводов, вот она, высота проводов в Волгограде, у Гагика. Ну, давай тоже. Тоже крышнущие малышка. Слушай, умеешь летать? Умеет летать. Это от красной шейки. Но он еще даже столба тянет на меня.
в ухо. Молодец. Молодец. Вот ты теперь. Пойдешь или упадешь? Нет, не упадешь. Тоже все на хвосте. В чужом месте. Дорогие мои. В чужом месте. А то может сейчас зарядка упасть, и у меня этот ролик весь пропадет. Ну все, потом так по частям продолжать, не заодно идти. Так, ну слава богу, минут 10 сканировал. Значит, люди этих дальше кидают. Ну давайте, ну все, наверное, побыстрее. Начну кидать, потому что зарядочки не хватает. Видите, какой ореховый, красивый. Но видите, ну часть уже туда, ко мне пошла. Вот он. Сейчас посмотрим. Чи красивый. Красивый чи. Чудо. Черный хвостик. Летать не умеет. Нет, умеет. Умеет. Ну, тоже хочешь сидеть ты сам, как хочешь. Как хочешь, я не против. Я не против. Тоже пошел. Ну как видите, дорогие мои, что-то, ну вот один сел сюда, сам сорвался, другой сел на провод, тоже быстренько сорвался. Вот он часто спрашивает. Про белый мрамор, гоняю я его или нет? Конечно же, вот она. Нахрена он нужен, если я его гонять не буду? Ничего, что вот от хороших родителей красивых. Если красивый, значит, что, летать не должен? Вот, смотрите, какой красивый цвет. Вот, видите? Вот так. Ну... Хлеб-хлеб-хлеб. Хлеб-хлеб-хлеб и пошел. Это от белой чубаты. Вот он, белый чубата. Это от операционного, по-моему, на грязь. Да, мне названивают сейчас. Да, не дает мне снимать. Вот, ну давай еще. Ну, он какой-то толк. Хлеб, сядем или пойдем. Сядем, я тебе дам скотину, если ты сядешь. Это будет твой последний полет. Нельзя. Ну, братовка на месте. Ну, а ты, ну, это, по-моему, постарше. Да, он еще и дикарем пошел, видите. И сразу видно опыт. Потом, да, еще и бьет тоже. Да, я сказал, постарше. Ну, а ты летать умеешь или нет? По-моему, это его первый полет. Или нет? Да, по-моему. Не, ну пошел, молодец. Не упал. Не упал. Ну, ты красава. Это чиленок тоже, малыш. Вышел в этот раз чистый белый. А следующий вывод вышел один чернохвостый. Это резной хвост. А второй желтый, как мама. Ну, по стариковскому сыну тоже вышел. По стариковскому сыну тоже песку. Ну, дорогие мои. Так, видите, что-то резко дикарь пошел. Ветер, видите, какой давит в ту сторону. Вот она. Вишка. Вот. Ну и голуби где-то там уже. Хоть успел выпустить их.
Так, дорогие мои, ну приехал я уже домой. По пути еще и нарвал вот такой веник лебеды. Видите? Значит, вот видите, это вот старые, я их не выбрасываю, вот так привязываю проволочкой, я их не выбрасываю потом, я их потом собираю и на гнезда они тащат. То есть кучу сушу и на гнезда. Я сейчас на паузу поставлю, привяжу. Так, и вот с такого веника, дорогие мои, останется вот такой маленький пучок веток. Они все его будут сметать. И что интересно, от него витамины, антисептические вещества находятся, и нету оспы. Так, я на паузу сейчас выйду и зарядочку возьму. Видите? И это бесплатно. То, что я говорю, для детей должно быть все бесплатно, вот про это я и говорю. Его не надо покупать. Ребенок вышел, собрал, принес, и ему будет кайфово. Видите? Пошли сразу. Так, вот он так вот я складываю потом вот это веточки и потом потихонечку ломаю, кидаю, они собирают на гнезда. Так, ну тут я уже и голубей вижу троих. Пока что никого нету. Пока что никого нету. Вот первых тройку. Вот они. Раз, два и три. Эти прилетели. Прилетели и не сходу упали. Знаете, вот если прилетают и падают, дотягивают кое-как, папапах, и уп, упали, то смысла нету с такой птицы. Выход, да, Сезарчик. А это вот кудулчика по тем же родителям. А вон она толпа идет, вон она толпа, собрались, идут, видите, да. Так, ну выпустил штук 40, вон еще идут, ладно, пойду я на улицу оттуда попробую, тут уже двойка, тройка, первая села, которые они прилетели, они сели. Так, выйду, ладно, оттуда попробую снимать с улицы. Так, вот еще один пошел на посадочку. Ну, что-то хвост мокренький у него, по-моему. Смотри. Здорово, Валя. Вот они. Ну, это, по-моему, половина. Я его поставил штук 40. И тут пусть будет штук 30. Там кудулочек. Ну, что-то низко кудул сегодня. Он должен обычно выше идти. Ой, пошли, красавцы. Многие из них, которых выпускал, для меня надо было убедиться, они упадут туда. Во-первых. И во-вторых, долетят ли они? Если не упали, не долетели, то размер маленький, там мешалки они. Многие даже с голубят не боятся выпускать на улице в таком размере. А я уже с километра выкидываю. Все-таки есть же разница, да? Вот так. Они сейчас могут опять на побежку идти. В ту сторону, в эту сторону. Ладно, подожди. Может сядут, может пойдут. Не, по-моему, на побежку они не собираются идти. Они чуть выше, чуть ниже. И летаю. Ну, а что, только с побежки прилетели. Тут еще и погода меняется, видите. Тучи черные собираются. А все эту птицу чувствует. Ну и ветер, влажность. Да, вот сейчас резко скинули. Thank you.
как видите, дорогие мои, это все пескуны. Прилетели, даже не собираются садиться. Понимаете? Но 10 часов не летают. Так их не видел. Тут что получается? Голуби, которые постоянно в небе, они не умеют летать. А голуби, которые по земле ходят, блин, они только 10-часовые, меньше не бывает. Ну, 12 на худой конец. Да, как бы вот так, дорогие мои. Да, лучше было, если бы я по одному, по две выпускал и с разных мест. Ну, сами поймите, если я 40 штук буду там по одному, по две выпускать, это я несколько часов только буду их выпускать. Поэтому я все время говорю, держите, дорогие мои, меньше, меньше, да кто такие? Коршуны. Снимаю, голуби, они провода как и ниже провода. А вот как так снимаю, это те же самые голуби, видите. Ты особо одарен. Как бы, ну, Бог хочет, но это, да, там, дерьма. Пчела хочет нектара, понимаете? Люди, которые хотят смотреть голубей, они видят голубей. Ну а те, которые хотят видеть проводов, и вот они видят проводов. Видите, сколько их. Если я захочу снимать ролик без проводов, мне не получится. Потому что тут кругом бегом провода. Ну как бы вот так. Ладно, думаю, на этом закончим, достаточно. Кто понял, тот и понял суть, смысл. Ну, посмотрим, сколько из них не долетит до меня. Те, которые не долетят до меня, я буду рад. Буду рад. Почему? Потому что, ну, нахрена собирать хлам. Вот представьте, я все время, да, говорю, представьте себе, там, жена, которая домой не приходит. Ну или ладно, муж, который домой не приходит. Ну нахрена вам такой муж? Не нужен. Да, ну то, что я сказал, сейчас будут пойти побежку, не захотели. Вот они пошли сейчас на побежку опять в другую сторону. В побежку пошли опять. Только в этот раз пошли они низами. Не верхами, а низами. Вот он мой дом. И голуби ушли в ту сторону опять. Хорошо. Ну, думаю, достаточно. Закончим. Всех благ и хорошего гона. Сейчас сезон начинается. Сезон гона только-только начинается. Самое интересное, что все впереди. Вся зима впереди. Вот если обратили внимание, ну, я когда весной, когда все говорят, мы сейчас будем показывать голубей, май месяц там весной, да, я в это время говорю, ну все, не хочу я каждый день там. Май, по-моему, не хочу я уже каждый день выкладывать ролики. Неинтересно. Неинтересно почему-то, потому что в это время года, ну, все летит, все. В это время года не летит только мертвый. А вот сейчас же нормально. Ну, все, все, благо. Так, дорогие мои, ну, вышел посмотреть, сели, не сели они. Щели, не щели они, по-моему, и эти тоже сорвались. Они вон там сидят. Вот два. Но эти пока летают. Пока летают. Даже садиться не собираются. Ну тут уже и солнышко вышло. Не будет, наверное, дождя.
Да, вон. Да, так что идите. Все замечательно. Все замечательно. Ну все, на этом закончу я. Удачи всем. Так, дорогие мои. Ну, к тем 40 добавил. Еще 20. Ну, это 21-й Яшка. 21-й, вот он, Яшка. Яшка, а голуби. О, они, сколько там Яшек есть в небе. Я думаю, чё же они туда не идут. Вон тут что прямо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14. А я думаю, что они, ну тут и погода, видите, дождь идет. Все, дождь пошел. А где голуби, не знаю. И ветер, и дождь. И я ж все на свете. Лепота! Дорогие мои, лепота! Ну, старинитесь к этому, будет все замечательно. Ну все. Да, и хищник, я свой хищник.